Во вторник в Самарской области пасмурно, местами пройдет небольшой снег. Днем 0-2 градуса, ночью 3-5 ниже 0. Ветер западный 3-5, порывы до 12 метров в секунду. В Сызрани на небе тучи, в светлое время суток -1, в темное -3 градуса, северо-западный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти пасмурное небо, днем -2 градуса, ночью 3 ниже 0, западный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно, днем -1, ночью 4 градуса с минусом, западный ветер 4 метра в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 81%, геомагнитное поле возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.